Всем привет! Вы на канале Чаплин Коллектор. И сегодня у нас Пасха. Правильно, мы будем открывать пасхальные киндер-сюрпризы. Обычные. Мы уже с вами собрали коллекцию. Ну, как собрали? Открыли коллекции 220-граммовые для мальчиков и для девочек. Еще впереди у нас попугаи. Ну, а сегодня мы пробежимся по классике. Самые обычные 20-граммовые киндеры. Начнем с коробочки. Что же у нас здесь попадается? И сбоку у нас нарисованы уже некоторые игрушки. Вот здесь вот овечка, которая что-то до боли мне напоминает. И зайчик. С другой стороны ежик, который уже ни на что не похож. И петух, который тоже знакомый. Дело в том, что в этой пасхальной коллекции есть три игрушки, которые перекрашены из прошлого года. Такое в киндере часто бывает. Кстати, вот здесь вот они не нарисованы как раз таки. Итого в коллекции 13 игрушек, 3 из которых перекрашены, и вот таким вот образом выглядят остальные. Ну, тут 9 нарисовано, где-то еще одна потерялась. Надеюсь, найдем сегодня. Коллекция достаточно красочная, интересная. Можно сказать, является продолжением прошлогодней. Ну и сверху у нас нарисован вот такой вот зайчик, которого можно оживить в Apple Do. Встречайте весну. Что касается обложек, в этом году их 3, и они практически такие же, как в прошлом. Есть единственное отличие, это логотип Apple Do. Сейчас я вам поближе покажу обложки. Это с ежиком, с синим пасхальным зайцем и с белой овечкой. Чем же они отличаются? Смотрите на надпись Apple Do. И смотрите, как она выглядела в прошлом году. То есть здесь была у нас рамочка, а здесь они на каком-то белом полуразмытом фоне. Когда открою первое яйцо, выпрямлю фольгу и покажу нагляднее. Но суть такая. В остальном обложки вроде бы одинаковые. Киндеров в этот раз у меня всего 18, надо было брать больше. Но я все равно надеюсь, что мы соберем большую часть коллекции. Мне повезет и закладка попадется хорошая. Кстати, дата маркировки у меня 5 февраля 2024 года. Все яйца взвешены. Давайте открывать. Но прежде чем мы начнем распаковку, хочу вам показать куклу, которую я в этом месяце разыгрываю на Бусти. По-моему, она замечательная, очень классная. И я надеюсь, что именно ты ее получишь. Так что переходи по ссылочке в описании и обязательно участвуй. Возьмем первый киндер с ежиком. Кстати, здесь написано «Встречайте весну», точно так же, как и на предыдущих, на прошлогодних. Потрясем. И здесь у нас оранжевая капсула, о чем мы догадывались, потому что это серия. Капсула абсолютно беззвучная, и нам попадается первым какая-то курица. Да, ух ты, сколько тут картонных деталей. Сейчас посмотрим вместе на вкладыш, на этот и на прошлогодний. Сравним верстку с вами. Открываем. И вот такой вот скучный вкладыш в стиле сборки и остальных коллекций. Тут нарисовано всего 3 игрушки, причем главная не та, которая нам попалась. И, скорее всего, вкладыш будет стандартный. Ну, проверим. Обратная сторона. Нам действительно попалась курица. У нее механизм, что она раскрашивает яйца с помощью воды. Интересно. То есть у нее есть подставочка, в которую наливается водичка. Сверху сажается курица. Эта курица в качестве волчка разбрызгивает воду и мочит яйца, которые лежат вокруг. Такой механизм у нас уже был. Это, по-моему, были осьминожки в сборке. Они тоже брызгались водой. Прикольно. Мне нравится, интересно. Но яйца мы с вами красить не будем. Просто покажу принцип, что она делает. Можно ее также отсканировать. Маркировка VT. У перекрашенных, кстати, игрушек она будет старой. Смотрите, какая забавная курица нам попалась. Вот таким вот образом она выглядит. Вроде бы это курица, да, не утка же. Или утка. Это утка. Да, правильно, это утка. Смотрите на клюв. И у нее принцип точно такой же, как у вот таких вот осьминожек. Кто помнит таких, которые волчки, и в которых также наливается вода, и они брызгаются. Видите, отверстие 1, отверстие 2, отверстие 3. Открываем. Вот сюда наливается вода, закрывается, и вот таким вот образом раскручивается. Крутится отлично. Детализация мне тоже нравится. Может быть, есть вопросы к пластику нижней части, потому что он такой достаточно легкий и шершавый. А вот сама фигурка хорошая по пластику. Такая вот утка. К ней прилагаются
берется яйца, 4 штуки, разные расцветки. Ну, соответственно, когда их намочишь, они будут яркими, но можно и так разглядеть, какая здесь будет раскраска. Яйца выдавливаются и раскладываются вокруг утки. Делать я этого не буду, потому что все равно я не буду ими играть, и теперь у нас вот такая вот компания собралась из двух осьминожек и утки. С одинаковым принципом игрушки. Серия осьминожек была из сборки. Очень классная, кстати. Мне она нравится. Ну и, соответственно, принцип утки тоже нравится. Первая игрушка в серию Пасхи у нас есть. Сравнивать ее пока не с чем, потому что она не перекрашенная. Ну и давайте продолжим. Берем второе яйцо. Я вспомнила, что обещала показать вам разницу в фольге, но ладно, уже сделаю это на следующем яйце. Тоже ежик. Вроде звонкая. И надеюсь, игрушка будет здесь другая. Да, звук абсолютно другой. И нам попалась овечка. И вот овечка, перекрашенная фигурка. Так что мы ее сейчас сравним с первой версией. И, кстати, именно этой овечки в белой версии мне не хватило в прошлый раз. То есть я ее выменивала. Вкладыш у нас точно такой же. С овечкой, цыпленком и зайцем. И инструкция по сборке. Что же он у нас умеет? И эта овечка у нас якобы прыгает в мешке на Пасху. То есть такое развлечение. Это одна из тех игрушек, с помощью которых серия с отсылкой на предыдущую коллекцию. Можно сказать, что в серии 10 новых игрушек и 3 перевыпуска. Пошла собирать овечку и заодно возьму старенькую для сравнения. Самое время сравнить вкладыши. Верхний — это прошлогодний, очень похож на сегодняшний, но игрушек там было нарисовано больше. И вот этого года. То есть заяц в центре один и тот же, хотя игрушка нарисована другая. Ну и на верхнем у нас нарисованы игрушки, а на нижнем именно версия из Apple Edu. Ну и поскольку у меня вкладыш как раз таки на овечку, которая будет с одной и той же маркировкой, по идее. А, ну здесь буковка А добавлена. И там VD 278, но с буковкой. Вот и вся разница. Можно сравнить верстку. Какая верстка была в прошлом году, верхний вкладыш, и какая верстка в этом году. То есть инструкция вроде бы должна быть одинаковой, но она разная. И цвет игрушки разный, и инструкция разная. Можно ее отсканировать. Давайте новую отсканируем. Старая уже, наверное, у всех есть. Ну и давайте посмотрим на овечек. Я буду показывать обе сразу, потому что они, в принципе, одинаковые по литевой форме. Отличается только раскраска и также отличается рисовка глаз. Одна в очках, а другая без очков. Хотя нарисовано это все на одном и том же молде. Прикольно, что не только цвет поменяли, но еще немножко стилистику. С другой стороны, вот так вот они выглядят и вытаскиваются, соответственно, из мешка. Можно их поставить отдельно. Давайте покрупнее сначала покажу белую, потому что я вам ее еще не показывала. И покажу черную. Вот так вот они выглядят, две вместе. И с обратной стороны. Это немножко ежевику напоминает. Из-за цвета, конечно же. Мешки точно так же одинаковые. Можно их менять местами. Хотите так, будет прыгать. Хотите, так будет прыгать. Разницы никакой. Какой вам больше нравится мешок, такой и даете. Что касается механизма, то можно либо вот так вот пытаться сделать, но оно так особо не работает, поэтому я думаю, что вот так. Просто ее как бы возишь. Хотелось бы, конечно, чтобы она выпрыгивала из этого мешка, но у меня почему-то не получается. Как-то не до конца. Чуть-чуть болтается, но не доделали немножко. Хотелось бы больше люфт, чтобы она либо выпрыгивала, либо вместе с мешком прыгала. Вот такие вот две овечки, две сестренки. Одна из перекрашенных фигурок, но перекрашенных классно. У меня претензий никаких. Теперь точно наглядно видно разницу между одной обложкой и другой. Ну, возможно, есть какие-то еще небольшие цветовые отличия. То есть вот здесь вот она чуть-чуть поярче, здесь побледнее. Но мне кажется, это совсем не существенно. Самое существенное, это что, видите, на новом Apple Edu без рамочки. А здесь оно на таких вот кубиках. Это самое большое отличие. И теперь мы его хорошо разглядели. Так что фольгу придется оставить и новую тоже. Ну, а мы тем временем возвращаемся к самим игрушкам. И продолжаем открывать. Теперь у нас яйцо с зайчиком. Точно такое же, как в прошлом году, но разницу я вам уже показала. Звук, ох ты, какое звонкое. И здесь у нас новая игрушка с
здорово. Пока идем без повторов. Открываем вкладыш. Инфочасть, к сожалению, у всех игрушек здесь сдвоенная с вкладышем. Ну, лицевая точно такая же. И нам попадается игрушка с новым механизмом, то есть не перекрашенная. Можно отсканировать, и попадается нам, по-моему, лисичка, если я ничего не путаю. И на эту лисичку можно набрасывать кольца. Такую игру мы тоже помним из старых пасхальных киндеров, но там были преимущественно, по-моему, картонные кольца, здесь оно пластиковое. Что у нас умеет лисичка? У нее есть вот такое вот колечко, оно достаточно большое и для использования в качестве кольца, наверное, великовато, особенно для детской руки, то есть оно мне налезает даже, наверное, на большой палец, вот, видите, какое огромное, то есть как кольцо использовать это нельзя. Ну и сама лисичка, ей нарисовали нос, представляете, это большой прогресс для киндер-сюрприза, правда, не прокрасили хвостик беленьким. Вот так вот выглядит ее брюшко. Такое вот отверстие зачем-то есть. И есть травка, в которую она вставляется. То есть без подставочки эту фигурку мы поставить уже не можем. Даже штырек находится именно в самой фигурке. Ну и, конечно же, механизм игры. Мы ставим ее и пытаемся на ее замечательный хвостик накинуть колечко. Вот таким вот образом. Все очень просто. Накинуть достаточно тоже легко. Вот, даже издалека попало. И лисичка тоже симпатичная. Главное, что нос нарисовали. Это прогресс. Если ее сравнивать с двумя предыдущими игрушками, то она чуть-чуть повыше, но при этом сама фигурка похудее. Проверила на всякий случай игрушки из предыдущей коллекции и поняла, что к этой лисе у нас есть пара. Это белка, с которой играть нужно точно так же. Единственное, что в прошлом году кольца были картонные, а в этом году его сделали пластиковым. Наверное, пластиковое прикольно. Точно так же можно играть с ним и с белкой, и точно так же можно использовать картонное. Так что у нас нашлась теперь пара к лисе, и они будут теперь дружить. Мне кажется, отличная парочка. Начало хорошее. Открываем четвертый киндер и ищем там новую игрушку. Так, что-то стучит. Немножко трясется, но не сильно. Ага, нам попалась лягушка. Классно. У лягушки тоже много картонных деталей. Это, опять-таки, не перекрас. Лицевую сторону смотреть не будем, она у всех одинаковая. И у этой лягушки точно такой же механизм, как у утки. Опять-таки, красим яйца, опять-таки, наливаем воду. И получается у нас две осьминожки и две игрушки из пасхальной коллекции с одинаковым принципом. Сканируйте, ну а я пошла собирать. Лягушка тоже очень легко собирается. Смотрите, какая она зеленая, недовольная. У нее есть отверстие в районе лба и также какие-то лохмотья. Матушки забавные. Таким вот образом она выглядит со спины. Тут есть полосочка у нее на спине. Подставочка у нее в виде какого-то цветочка, уже не в виде травки. И, кстати, уже не матовая, а глянцевая. Также прилагается лист с яйцами. И причем расцветка у этих яиц совершенно другая. Посравнивала. Тут есть, кстати, по-моему, полосатое одно одинаковое яйцо, а остальные разные. Не знаю, видно ли вам на камере. Но вот так вот я приложила. Расцветка разная. Не знаю, что вы там разглядите. В лягушку также наливается вода. Давайте сравним ее с уткой. Форма подставки разная. Форма фигурки разная. И, кстати, вот эта вот верхушка тут больше похожа на осьминожку. А здесь она просто гладенькая. Пока у нас две игрушки одинакового принципа. В конце посмотрим и посчитаем, сколько же будет парных. Скорее всего, это будет не одна. Следующий киндер. Опять с ежиком. Кстати, в этот раз обложки лежали неравномерно. Равномерно по палеткам мне пришлось добирать яйца с зайцем из другой палетки, чтобы у меня были разные обложки. Не люблю, когда так делают. И нам попадается с вами первая повторка. Это лисичка. К сожалению, да, без повторок не обойтись. Но мы не будем отчаиваться. У нас есть еще шансы собрать много разных игрушек. Следующий. Тоже с ежиком, и тут как будто бы что-то целиковое трясется. Ага. И здесь нам попадается новое. Я даже не знаю, что это. Принцип вот с такой вот корзинкой картонной. Сейчас я посмотрю, какая-то птичка, наверное. Да. Это птичка. Напоминает мне одно и то же из предыдущих пасхальных коллекций, но я уже не буду искать эти игрушки. Думаю, вы сами понимаете, о чем я говорю.
Ну и потом давайте посмотрим, что у нас получится, а потом уже решим. Собирается игрушка из двух деталей. К ней прилагается корзинка, которая, не знаю, надо ее ловить или что это. Еще какая-то пластиковая деталька беленькая. Пойду разбираться, пока не очень понятно, и вам расскажу. Вы не поверите, но эта птица стоит, несмотря на то, что она стоит на кольце. Таким вот образом она выглядит. У нее желтое брюшко, желтое колечко на веточка. Также у нее есть петелька для игры. Сейчас покажу, как ей играть. А сзади она похожа на баклажан с крыльями. Только зеленого цвета. Неспелый баклажан с крыльями. Также прилагается вот такая вот белая деталь, в которой тоже есть крючок. И это имитация, я так понимаю, облаков. То есть вот так вот выглядит игра. Мы мотаем птичкой. Здесь есть колечко, а подцепить мы должны корзинку с яйцами, которая выделяется из картона и сгибается. Вот таким вот образом она ставится. Надо крутить птичкой и пытаться ухватиться за вот этот вот крючок на корзинке. То есть птичка летит и у кого-то ворует корзинку с яйцами. Я думаю, что игра такая. У этой птицы нарисованы глаза и все. Больше ничего не прокрашено. Но в целом выглядит симпатично. Главное, что ее можно поставить на полку, потому что мне жутко не нравится, когда игрушки не стоят. Например, какая-нибудь серийная игрушка, а коллекцию ты поставить на полочку не можешь, потому что игрушка этого не позволяет. Обидно, да? Согласитесь? Ну вот, с этой птичкой все в порядке, ее даже облокачивать не надо. Продолжаем наши поиски. Осталось у нас еще 12 яиц. Очень звонкая. Ух ты, прям погремушка какая-то. И здесь у нас, так, здесь у нас, понятно, нам попалась новая игрушка, это петух, и это тоже перевыпуск, прошлого сезона в перекрасе, то есть в других цветах. Вот таким вот образом выглядит обратная сторона вкладыша. У этой фигурки есть один существенный недостаток. Это петух, и у него картонный хвост, что мне ужасно не понравилось еще в прошлом сезоне. Также эта игрушка на баланс. То есть надо, чтобы этот петух не упал, потому что у него круглое основание. И без подставки он вообще стоять не может. Но больше всего меня разочаровывает именно хвост. Сейчас сравним со старым петухом. И маркировка тоже, видите, VD-276 с буковкой А. Петух выглядит следующим образом. Я не стала в этот раз вставлять хвост. Вот таким вот образом он выглядит. Вставляется сзади. Кстати, можете посмотреть прошлый выпуск, и я там это делала, но я думаю, что одного раза достаточно. И принцип понятен. Смотрите, вот таким вот образом выглядит петух. И он тут же упал, потому что он специально сделан неустойчивым. Вот так вот он выглядит снизу. У него распахнуты крылья в разные стороны, и хвоста у него нет. Вот вставляется вот этот. И также есть подставка, которая выглядит в виде какого-то, ну да, сена, которая лежит в курятнике, с углублением и отверстием. В это углубление как раз-таки и вставляется наш петух. Посмотрим теперь на прошлогодних. И что мне понравилось опять-таки в перекрасе. Петухи разного цвета, и у одного открыты глаза, а у прошлогоднего закрыты. По цвету отличаются, по форме точно такие же. Вот хвостик я вытащила, потому что он иначе помнется. А еще в прошлом году была курица в мешке, и петух у нас цвета курицы. То есть у нас теперь собралась семейная парочка. Видите, они одинакового цвета. Здорово. Но подставки у них одинаковые и по цвету, и по форме. Хвосты отличаются. Видите, у этого, у старого более классические, а этот какой-то рыжий, на птицу Феникс немножко похож. Ну и, собственно, игра. Надо его так поставить, чтобы он не упал. Если потрясти, он падает. Такая игрушка немножко на равновесие. Для полочки это крайне неудобно, потому что будет постоянно падать. Чуть что, задел, сразу упал. То есть для игры хорошо, интересно, но на полку поставить сложно. 6 игрушек. Почти собрали половину коллекции, но половину тут собрать нельзя. Можно либо чуть больше, либо чуть меньше. У нас осталось еще 11 яиц. И надеюсь, у нас получится собрать серию. Следующее яйцо с ежиком. И кто у нас здесь? И здесь у нас что-то новое. Это заяц, по-моему, да? Заяц тоже вроде как перекрашенный. Да, такой же был синенький.
и маркировка уже с буковкой B, а не с буковкой A. Такое ощущение, что этого зайца перекрашивают не в первый раз. Но сейчас проверим. Он прыгает также в мешке, то есть у нас в прошлом году было, по-моему, 3 игрушки, которые прыгали в мешке. Это курица, овца и заяц. Вроде бы все. А в этом сезоне, наверное, в мешке больше никто прыгать не будет, но посмотрим. Я уже так не помню. Мешок красный, заяц розовый. Есть наклейки. Наклеек не помню в прошлом году, но, наверное, они тоже были. Сканируйте, а я пошла за стареньким и собирать этого. Какая сладкая парочка. Теперь собралась розовый зайчик и голубой. Забавно смотрится. Я посмотрела, что была еще в прошлом году одна игрушка в мешке. Это лягушка. То есть их было 4. В этом сезоне пока только 2. И у предыдущей я также не нашла наклейки. Они у меня лежат в отдельном пакетике, все картонные детали. Там наклеек не было. Так что, скорее всего, наклеек в прошлом году не было. Да и, в принципе, особых мест, чтобы их клеить, я не вижу. То есть это такой креатив, дополнительный рандом. И в отличие от овечки, у этого зайца вставляются лапы и хвост в отверстие в мешке. То есть у него такой специальный мешок получается. И поменять мешками овцу и зайца уже не получится. Видите? Немножко другая история. Что касается наклеек, здесь какие-то цветочки. Вот такие вот разноцветные кружочки, которыми можно украсить мешок и самого зайца, как нового, так и старого. По рисовке глаз они тоже немножко отличаются, но не так кардинально, как предыдущие игрушки. То есть они смотрят в разные стороны, немножко разная форма зрачков, но почти то же самое. Ну и с обратной стороны вот так вот они выглядят. Пластик тоже вроде бы одинаковый, только разного цвета. Ну и, соответственно, мешки между ними можно поменять. Еще хочется спросить, конечно же, будет ли стоять заяц отдельно без мешка, но нет, не будет, потому что у него очень забавная и странная форма лап и совсем неустойчивая. Только вот так вот, если облокотить на хвостик, тогда будет стоять. Но это немножко странная поза, поэтому не считается. Так что заяц сам по себе неустойчивый, только в мешке стоит. Теперь у нас уже больше половины коллекции, потому что у нас 7 игрушек. И открываем следующий киндер с зайцем. Так, заяц, принеси нам что-то новое. Можно тоже зайца, но другого. Нет, это повторка. Это еще одна овечка в синем мешке. Сейчас чувствую, наше веселье быстро закончится. Начнут попадаться повторки, но мы не теряем надежды. Так. И ух ты, ежик попался. Класс, новая игрушка. Тоже какие-то картонные детальки. Достаем вкладыш и смотрим. Это уже новый сезон Вити. Что же умеет этот ежик? Его можно украшать всякими бабочками и прочими картонными детальками из пака. Пробовать мы, наверное, не будем, но на ежика с удовольствием посмотрим. В комплекте у нас идет ежик, дубовый листик, вот такая вот качалка. И вот еще бумажки, которые надо крепить на иголки ежика. Давайте посмотрим сначала на ежика и его иголки, между которых надо будет вставлять эти картонные детальки. Ежик достаточно симпатичный, у него красивые глазки, карие. Никаких отверстий в нем нет, то есть он просто так ставится и к подставке никак не крепится. Его можно на нее водрузить. Вот. И тут тоже надо поймать баланс. Сейчас у меня вообще получалось. Поставили. А теперь мы вытаскиваем вот эти вот детальки. Здесь у нас что? 2 бабочки, 2 цветочка и 2 яйца. Их надо бы вставлять между иголок. И с каждым новым украшением надо, чтобы он не упал. То есть такая игра на баланс. Как, знаете, кладешь в воду какие-нибудь штучки, и когда тонет, то ты проиграл. Вот тут то же самое. Надо, чтобы он просто не упал. Но здорово, что этот механизм никак не портит фигурку. Никаких нет тут картонных дурацких хвостов в случае с петухом. И никак она не падает. Ну, конечно, падает все-таки немножко, да? Опять-таки, как в случае с петухом, который не очень устойчив на подставке. Но есть плюс, что можно его поставить отдельно, в отличие от петуха. И вот такой вот дубовый листик в качестве диорамы. Интересно, можно ли его повесить ему еще на иголки? Типа он его тащит. Наверное, это я уж совсем загнула. Хотя можно. Вот, смотрите. Интересно, есть ли такой механизм на вкладыше? Нет.
На вкладыше такого не придумали, а я придумала, что можно листик положить ему на голову, и он его несет. Можно было даже сюда наклеечку наклеить, но почему-то наклеечку они не догадались сделать. Отличный ежик. Я думаю, что на полку его поставить именно так удобнее всего. Продолжим поиски. Я не теряю надежды собрать много-много игрушек, а желательно всю коллекцию. Несмотря на то, что купила я не так много яиц для такой большой серии, но я верю в свою удачу. Так, открываем. И нам попадается новая игрушка. Как здорово. Это какая-то улитка. Да, это улитка. Люблю улиток, кстати. Так, здесь у нас что-то тоже с водой связано, судя по картонной детали, которая тоже бледная. Смотрим, что тут придумали. Улитка ползет, да, и из нее вытекает вода. Это что-то больше похожее на фотоаппарат из прошлого сезона. Типа улитка проползла, оставила свою слизь и фотография проявилась. Там какая-то травка и, возможно, нарисованы еще улитки. Давайте посмотрим. Здесь уже в комплекте всего одна пластиковая деталь. Это сама улитка. Ну, давайте сначала на нее посмотрим. Она очень забавная. Смотрите, какие у нее милые глазки. Открытый ротик. Но, к сожалению, ничего в ротике не прокрашено. Пластик матовый. Панцирь более глянцевый, и на панцире у нее растут грибы. Немножко она Абсалема мне напоминает из «Алисы в стране чудес», из-за этих грибочков. Также есть отверстие в панцире, куда заливается вода. И самое милое, что здесь почему-то у нее щупальца, как у осьминога. На самом деле это вот ее слизь с пупырками, похожа на осьминожью. И отсюда вытекает как раз-таки вода, чтобы проявить фотографию. Ну, не фотографию, а даже не знаю, что это. Картинка, на которой нарисованы пасхальные яйца. То есть она, наверное, мочит траву. И сразу становится видно, что там лежат яйца. Не знаю, что они имели в виду, почему нарисовали яйца, почему улитка проявляет картинку. Ну ладно, придумали так придумали. Да, здесь яйца нарисованы, раскрашенные, которые раскрасили предыдущие утка и лягушка. Теперь у нас еще улитка. Давайте сравним улитку и лягушку по цвету. Лягушка немножко темнее и более глянцевая, улитка более матовая. Ну и по размеру улиточка, конечно, побольше. Берет, ползет вот так вот. Написала тут. И картинка должна проявиться. Ну что, седьмое яйцо. Так. Что-то трясется. Так, сразу выпрыгнула и к птичке. Так, звук. Так, что, новое? Я поняла, почему она к птичке саданула сразу. Потому что это игрушка с таким же принципом. Прикольно, тут есть наклейка, кстати. А что это у нас за насекомое такое? Кто это у нас? Пчелка, что ли? Я не очень поняла пока, но мне кажется, да, что-то вроде пчелы. У нее наклейка в виде крылышек. Да, вот здесь вот клеится наклейка. По-моему, единственная пока... А, у зайца были наклейки, но они не обязательные. А здесь именно функциональная наклейка, не для красоты. Так, ну и, собственно, принцип точно такой же. Так что давайте соберем и сравним ее с птичкой. Пчела действительно оказалась такого же принципа, как и заяц. Вот таким вот образом она выглядит. Черненькая такая, зубастенькая. Ну, в смысле, спинка у нее черненькая. Я наклеила наклейку, это крылышки. Ну, не знаю, как хорошо будет держаться, но без нее скучновато. Так что пускай будет с наклейкой. В лапах у нее какой-то венок с цветочком, а у птички деревянное колечко. То есть это типа веточка, а это какая-то плетеный, ну да, плетеный венок. Что-то в этом роде. Вторая деталька, скорее всего, точно такая же. Давайте мы их сравним. Да, они абсолютно одинаковые. Вот это вот в форме облаков, которые точно такой же принцип, цепляется облако и крутится. Такая же корзинка в комплекте идет. Так, а где предыдущая? Вот предыдущая, нет, не совсем такая же, расцветка яиц другая и в другую сторону она смотрит. Так что корзинки все-таки разные, но она у меня уже почти вывалилась из картонного основания. Но ничего страшного. Ну вот здесь вот была, собственно, наклейка. Я ее уже наклеила. Пчелку также можно поставить. Даже еще удобнее ее ставить, чем птичку, потому что она облокачивается на попку. Давайте их вместе поставим. Птичка будет казаться повыше. И вообще наклон у них разный. По-другому она немножко стоит. Но ничего страшного. Главное, что обе устойчивы.
Пчелка поустойчивее, конечно, будет. На данный момент я собрала уже целых 10 игрушек. Осталось 3 и 6 яиц. У нас есть все шансы собрать серию. Надеюсь, получится. Ну, давайте проверять, что делать. Волнительно, конечно, но ничего не поделать. Так, следующее яйцо с овечкой. Напоминаю, что яйца я намешала из двух палеток, так, чтобы они просто красиво лежали по обложкам. Значит, это ежик. Повторка. Теперь яйцо с ежиком. И там попадется овечка, да? Открываем. Так, попадись новая игрушка, пожалуйста. А, новая, да? Нам попалась овечка. Супер. Так, здесь у нас что еще? Ага, здесь у нас тоже какая-то мишень. Давайте проверять. Почему-то мне тоже напоминает прошлогоднюю овечку с палкой. Сейчас проверим. Маркировка вроде бы новая, но со старой овечкой с палкой мы тоже сравним. Тут немножко другой механизм, мне кажется. Вот здесь вот мишень. И видите, овечка дерется, она отстреливает. А у той не было такого механизма. И теперь видите, овечка с палкой у нас белая была черная, а та, которая была белая, стала черной. Все наоборот. Овечка действительно сильно отличается от предыдущей. У нее классный механизм. Мне она понравилась, наверное, больше всего по этому принципу. В комплекте мы имеем саму овечку, которая состоит из большого количества деталей. Ну, то есть это подставка, овечка из трех деталей. И вот эта вот палка с повязкой. То есть получается 5 деталей. Много. И она, видите, какая болтучая, погремушка такая небольшая. Классная, мне понравилась. И какой у нее механизм? Ее, ну она вот, видите, наклоняется. Ее надо дернуть, и она упадет. И должна сшибить вот это вот дерево, снести. Там на этом дереве висит пиньята, которую она пытается разбить. И там, я не знаю, что овечки едят. Трава. Зачем ей трава? Ну, видимо, какие-то травы повышенной вкусности. Там на дереве висят яблоки, что в пиньяте неизвестно. Но она ее пытается разбить, чтобы добыть вкусняшку. Вот. С обратной стороны тоже нарисована эта пиньята. Короче, овечка классная. Давайте посмотрим на нее поближе. У нее нарисованы глазки. Такой вот забавный болтающийся механизм. Попка, хвостик. И если сравнивать с прошлогодней овцой, то она просто статичная. Вот. И у нее есть палка, которую она должна не уронить. То есть это игрушка на баланс. Не так просто ее не уронить. Вот. Вот таким вот образом. Держит она палку, а это разбивает пиньяту. Видите, тут у нее дубинка и какая-то повязка на лице. Не из-за того, что это все одна деталь, конечно, сливается в какую-то кашу, но можно разглядеть, что это такое. Осталось совсем чуть-чуть найти две игрушки и держите за меня кулачки, пальчики. Все скрестите, чтобы у меня это получилось. Хочу закрыть серию. Так, очень что-то звонкое. Главное, чтобы не лиса. Это, курица у нас. Точнее, петух. Да, петух был очень звонкий. Повторка. Так, еще 3 штуки. И надо найти 2 игрушки. Так, пожалуйста, пожалуйста. Найдись. Так, что-то стучит. И это, по-моему, еще одна овца, да? Или... А, нет. Нет, это заяц с палкой. Супер. То есть мы почти закрыли коллекцию. Фух, осталось еще одну игрушку найти. И, по-моему, этот заяц очень похож на овечку, которую мы с вами сейчас рассматривали. Можно считать, что это парная игрушка в этой серии. Принцип точно такой же. Также он разбивает пиньяту на дереве. И также у него повязка на глаз. Скорее всего, это такая же деталь, как и у овечки. И он тоже шарнирный. Прикольный механизм, поэтому я рада, что они сделали не одну игрушку с таким механизмом. Зайца собрала. Вот так вот он выглядит. Тоже синенький. Это уже какой у нас 3-й синий заяц. Вот первый, вот второй. И сейчас покажу 3-го. Все 3 зайца теперь в сборе. 2 из прошлой коллекции и 1 из новой. Так, что же у нас делает новый заяц? Он то же самое, как и овечка. Наклоняется. Точно такая же тут болтушка. Тоже у нее палочка для пиньяты и повязка на глаз. Но правда, у овечки вот глаз можно второй раз глядеть, а у зайца его вообще его нарисовали или нет? Давайте сейчас проверим. Он закрытый. Вот он. Кстати, можно чисто теоретически, но нет.
не получится. В общем, у него есть глаз, но он прикрытый, а овечка бесстрашная оба глаза открыла. Чем же он отличается? Вот смотрите, какая у него беленькая попка, беленький хвостик. Очень мило смотрится. Мне не очень нравится этот заяц, то есть у него странные глаза, он мне в прошлой серии не очень нравился. Вот он. В этот раз ему глаза нарисовали лучше, но все равно какой-то он неестественный, этот синий заяц. Мне не нравится. Вот как выглядит без механизма, а вот как выглядит с механизмом. Что касается подставки, они у них тоже отличаются, но, по-моему, только по цвету. Сейчас я проверю по фактуре. Нет, рисунки тоже отличаются. У овечки, видите, тут цветочки, а здесь, хотя нет, тоже цветочки. Нет, не отличаются. Отличаются только по цвету. Из-за цвета у овечки выглядит она ярче, ну то есть текстура выглядит ярче, вот так вот. А так молд один и тот же, то есть подставки абсолютно одинаковые. Дерево с пиньятой, они тоже не сильно, но отличаются. У зайца здесь пасхальные яйца на дереве и сама лошадь, направлена она может быть в одну и ту же сторону, но расцветка у них разная и цвет дерева тоже отличается, вот. Так что есть отличия. Здорово, овечка у нас была вот от этой, и, по-моему, тут разные отверстия, не хотя нет, наверное, отверстия тоже одинаковые. У зайца, кстати, есть лапы, но поскольку там штырьки, то поставить его отдельно нельзя, а у овечки вообще два огрызка. Этих мы убираем и оставляем зайца и овцу. И остается нам найти всего одну игрушку, у нас есть две попытки, это цыпленок, я посмотрела, надеюсь, нам повезет. Следующий киндер с ежиком. И кто там? Наверное, должен быть тяжелый цыпленок. Здесь точно такой же заяц, который мы сейчас с вами рассматривали. И последний шанс. Так, я уже нервничаю. Скрестите за меня кулачки еще раз. Вы уже хорошо поработали, но надо добить серию. Вообще не трясется, но мне кажется, капсула достаточно легкая. Так, ну давайте, смотрите, я сейчас буду глаза тоже открывать. Это еще один ежик. Так что коллекцию, к сожалению, собрать не удалось, но, с другой стороны, мы ее почти собрали, осталось найти одну игрушку. Таким образом выглядит практически собранная коллекция без одной игрушки. Она не парится ни с кем, ну то есть у нее отдельный механизм, я посмотрела по картинке. Здесь, получается, не все игрушки тоже по парам, то есть петух отдельно у нас, ежик отдельно у нас, улитка отдельно и лиса отдельно, а все остальные можно собрать в пары. Ну и давайте я немножко помиксую и поставлю игрушки из этой коллекции, которые парные, и из прошлогодней. Посмотрим, сколько похожих игрушек получится. Разобрала по похожести, и, конечно же, у нас лидируют кто? Звери, которые прыгают в мешках. Их оказалось целых 6 штук. Два из них перекраса и две абсолютно не похожих на друг друга. Что касается петуха, два цвета одинаковых, и также была еще божья коровка с похожим механизмом. К лисе я добавила белку, правда, кольца были картонные, также заяц и цыпленок были с таким же механизмом, надо было накидывать кольцо, но у всех были картонные кольца, но всех остальных вы уже видели, они из новой коллекции. Мне кажется, новый цыпленок больше похож на лягушку, которая была перевыпуском в прошлом сезоне. К ней мы как-нибудь вернемся позже, надеюсь, во влоге. Я все-таки сяду его снимать. Ну а на сегодня будем заканчивать. Если вам понравился этот обзор, если вам понравилась эта коллекция, то пишите обязательно в комментариях свое мнение и поддерживайте меня лайками, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Ссылки на все мои социальные сети, как обычно, в описании. Не забываем подписываться на Boosty, где я каждый месяц разыгрываю кукол. И до новых встреч. Всем пока!